Меня зовут Лариса Ходес. Родом я с Украины, живу 2 года в Израиле. Поскольку со своим историческим и экономическим образованием я не нашла себе применения в этой стране, я решила развивать свои навыки в видеомонтаже. В школе НОВА прошла 2 курса. «Быстрые деньги на видеомонтаже» Дмитрия Воронова и «Свадебная видеография» Максима Дедкова. Пройдя этот курс, я однозначно повысила мастерство монтажа, хотя пришла совсем не новичком. Обучение в школе подтолкнуло к дальнейшему продвижению. Создала собственный канал на YouTube, оформила соцсети, приобрела камеру Sony Alpha 6300 Kit, профессиональный микрофон, штатив, начала осваивать видеосъемку. Хотя у видеошколы с организацией есть много проблем. Не надо обещать больше, чем можете сделать. Не применяйте дешевые рекламные приемы, после которых у слушателей остается неприятный осадок. Не нарушайте планы проведения вебинаров. Не нарушайте сроки обучения. Не надо перекладывать ответственность на слушателей. Работайте с теми, кто хочет учиться. И несмотря на эти организационные недостатки, хочу сказать спасибо Дмитрию Воронову за мастерство и желание помогать своим ученикам. Стремление исправить ошибки и компенсировать недостатки бонусами. А будущим слушателям видеошколы НОВА хочу пожелать смело проходите курсы, получите знания, навыки и обязательно продвинетесь в своей работе.